Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии за Карфаген в Sid Meier's Civilization 5. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Всегда лучше начинать смотреть с самого начала, а не с середины. Также напоминаю, что спонсоры канала видят все серии сразу, а для подписчиков они выходят раз в сутки. Ну и параллельно я выкладываю FFA сериал в шестой циве за Финикию, то есть это одни и те же цивилизации, в принципе. В пятой Карфаген, в шестой Финикия, и интересно сравнить, как меняется игровой стиль и как меняются способности цивилизации от серии к серии. Так что посмотрите и его. Так что приятного продолжения просмотра. Эфиопия в свободу, ах вы. Не хотите в коммунизм, да? Ты и так топ один, еще типа к тебе идти. Блин, ну я не знаю. Понял, внутренние пути больше дают еды и производства. Может еще счастье взять? Или покупка зданий дешевле. Давайте счастье еще возьмем. Его много не бывает. У нас есть чудеса. Кремль. Ну, с Кремлем можно не спешить, потому что я единственный, у кого порядок. А, могу караван, кстати, сделать. Давайте караван из Сукотая в столицу. Просто куплю даже. Вавилон там скупает ГГшки, наверное, хочет дипломатией победить. Так, двоих я апнул против городов, двоих против юнитов. Вообще надо... Блин, я забыл, что надо под этими строить, ё-моё. Под армори хотя бы, то одни бараки. Совершенно забыл уже, как играть здесь. Так, здесь цирк закончен. Бараки, универ. Универ, банк. Фабрика. Ну, еще рановато, мне кажется, жечь писателей. На 20-й ход хотя бы. Эфиопа, ты рофлишь, типа, или чё? Чё ты реально себя не добьёшь? Чем ты занимаешься? У меня моя проблема в том, что за 200 часов игры в Циву я научился развиваться, но не воевать. Да, он приходит, получает люлять, а уходит. А, как-то так.
звучит не очень сладко. 5 корей у меня стырило. Что оно у меня стырило? Или полет, или... железную дорогу. Наверное, полет все-таки. Дорогу тут убирать везде, я уже все починил, в принципе. Ну, тут, конечно, надо обработать еще клетки. Тут так все клетки. Так, это я в Карфаген хотел отправить. На еду. Может, и Академию военную? Ладно, пока подождем. Хотя бы так. Еще золотой век. Да, надо Корею сносить. Так. 5 против города. 3 против города, 1 у нас против... 3 против города, 2 против юнитов. На 150-м, на 159-м ходу у нас заканчивается научный договор с Кореей, и я как раз... Так, давайте против юнитов возьмем. И я, видимо, как раз выйду против юнитов в самолеты против города. Бомбер. 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 Железная дорога. Я вот не совсем понимаю, куда Лёша бомберов что-то строит. Он на авианосце, что ли, поплывет кому-то? Да. Кому поплывешь? На ВАФ начинается и ЛОН заканчивается. А где И? ИЛОН. Неприятно. Может, уже в гадес перебрасывать здесь. Блин, как бы этот алюминий ко мне присоединился. Можно вообще, наверное, уже сжигать писателей опять.
Так, а почему я... А, я открыл уже. Так, что возьмем? Или уже постепенный рационализм? Да не, я еще, наверное, будет у меня возможность рационализм взять. Счастье. Еда, каждые новые города. Давайте, наверное, от внутренних этих возьмем. За внутренние торговые пути. Здесь три хода строятся. Давайте тут пока отложим. Давайте археолога. Так, и железную дорогу начнем. Ходов до радара. А скоро у меня ученый 5 ходов. Вот ускорю и получу, собственно, радар. И мне еще юниты надо построить наземные для захвата. Сколько у меня денег, сколько у меня науки, сколько счастья, вообще все. Ой, я пропустил, Сиам-то захватили уже. Ну, наконец-то. Счастье-то какое. А, сейчас еще будет ускорение. Сейчас еще ускорение от этого... Окончание следующим ходом заканчивается научный договор с Кореей. Два в пользу юнитов. 4-2. 4-3. 5-3. Ты настроишь на земке хоть какой-нибудь? У тебя вроде нижние ветки открыты. 5-5. 6-5. Нет, давайте на юниты. Ну там просто у Алексея авианосца-то открыто уже. Мне кажется, это не те ирония была, когда он соглашался насчет Вавилона. Хана Вавилону. Жалко ему. Вот, куда у меня еще нефть появилась? Ну ладно, давайте. Не знаю, слишком далеко он впереди. Даже что-то сделать против него не знаю. Сдавайтесь. Ядерки только когда мобильные пехоты, да?
закончился научный договор. 5 ходов, а точнее, 3 хода. 4 хода я ускорю ученым. Давайте мы после радара на всякий случай откроем refrigeration, чтобы обработать, еще нефти получить, а потом в пластик пойдем. Так, давайте юниты наземные. Какие у меня тут самые... Давайте кавалерию строить. Да и лансеров можно построить, кстати. Блин, тут Сиам столько дорог построил, сука, тая, что я до сих пор их убираю. Построена дорога железная, да. Дальше что берем? Ну, рационализм не хочу закрывать. Набожность не хочу брать. Такая нехочуха. Давайте. Счастье от каждой обсерватории, школы. Не знаю. Счастье, продукцию... За каждый город, ну, тоже не очень. Ладно, давайте счастье возьмем. А, это у меня, кстати, от городов-государств. Знаете, что может быть? Я объявлю войну, а какие-нибудь города-государства отвалятся, ну, станут союзниками моих соперников, и я тогда буду бледный вид иметь с моими самолетами. Может, стены пока тут сделать не помешает. Так, 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 так. А где у нас кавалерия? Кавалерия. Эгегей. Статуя свободы. Так. На
непроходимую местность надо прокачивать. Ну, я думаю, 4 кавалеристов хватит выше крыши, тем уже самолетами убью все эти юниты. Поэтому, ну и Швайнштайн давай. Раз ну и Швайнштайн, то нам везде нужны замки. Мы его построим. Так, следующим ходом у нас самолеты, судя по всему. Да? Да. Ой, я, кажется, называется натюпал. Надюпал еще одного бомбера, я его удалю. Когда очень быстро апгрейд нажимаешь, то появляется вот такой баг в циве. То есть их должно быть тут 6, а оказалось 7. Может, хоть протестантизм вообще без проблем пускай проходит. А, ну. Так, refrigeration, пластик потом, да. Все правильно. Замок. Замок. Стены. Так, работает тут 25%, да. А в этом интересно. А в Сукотае. У кого-нибудь, кроме Алексея, есть план его, которого он придерживается? Ну, Алексей, похоже, на меня пошел. Ну, он до тебя вторыми бомберами с Ренджой-то доставил, да, до Пусанчика. Нет, я на Вавилон. У меня там стоит авианосец уже под ним. Шуточки. Какие шуточки? Все очень серьезно. Бля. Не убивай. Пожалуйста.
Так, один надо удалить бомбер. Блин. Ой, забыл, как тут войну объявлять. Ты наврала, что ли, нам? Блин, а у меня не дотягиваются. Только там Антверпена, блин. Вот это важно. Я боюсь, что мне это победа будет стоить. Че, ну, победа это еще ладно, тут постараться надо было, но то, что это может к моему поражению привести. Кореец, я корейца, ну, на техе 3 опережаю, так? Вот поэтому и надо было, собственно, так, это против юнитов. Поэтому и надо было строить больше этих зданий на прокачку юнитов. Даже помнишь, в пятерке не строишь самолеты, пока у тебя нету бараков, оружейной и... Ну, военной академии, по-моему, можно без военной академии обойтись. Но здесь получается, что пока я буду брать Антверпен, кореец сможет зенитки поставить. Я буду колупать. Знаете, в чем проблема? Я тут сейчас первый по развитию. И это еще Вавилон еще в войну вступит стопудово. Блин. Да. Затупил я. Так, ну отойдем. Временно. Ну, это просто потеря офигительная темпа. Мне надо было быстро забирать корейца. А, культура не прошла. Как вот, как я хорошо выходил. Вот, вот это одна ошибка, представляете? Одна ошибка, вот это важная. Давайте подлодок сделаем. Парочку штук. Я не понял. Почему я тут ничего не делаю? Так, есть. За соединение с железной дорогой бонус есть. Что-то не пойму. Почему я не могу нефть добывать? Там, у тебя же 22, ты самолетиков ты чё? Ну, как бы я в них только вышел, как бы, по науке-то отстаю же. Это плохо. Атакую именно юнитами, которые против юнитов, чтобы перебросить те, которые против городов будут.
Ну я, конечно, это затупил очень сильно. Вообще несомненно. Что не взял прокачку на радиус? Не построил здание на прокачку. Опа. Антиэркрафт. Это не очень удачно. Нужны... У кого какие мысли, почему я не могу нефть на воде обработать? Никто не знает, да? Ты про этот гиббон, да? Ну, у меня в ГИПа есть нефть, в другом городе тоже есть, у меня никакая нефть на воде не обрабатывается почему-то. А там? Такая геника. Да, тебе рефрижерейшн надо открыть. Открыто, еще ход назад открыто. Может, у тебя лодки раньше типа построить? В смысле, какие лодки? Нет, так тут ничего, как я мог тут лодки построить, если тут нефть? Мысли нет. Мысли отсутствуют, к сожалению. Ну хреново. Возьму на всякий случай. Инженер и ученый. Да, но и Швайнштайн, конечно, не в тему ушел. А, ну блин, мне нужны... Мне истребители нужны, чтобы отменять эту херню. Мне тут нужен один этот истребитель. Давайте мы его купим.
Лабы везде строим. Не, слушайте, ну какой-то же бред. Мне ж нефть нужна. Я ж на нее рассчитывал. Чё за мрак? А, блин, тьфу ты, я... Короче, я просто в шестую циву играю. Я приплыл рабочими их обрабатывать. А, я понял. Я ж тебя спросил, типа, может, ты лодку раньше построил. О, я дебил. Фу ты, блин. О, алюминий, отлично. Он нам очень нужен. Ну реально, я по привычке играю в шестерку. Продолжаю играть в шестерку. Так, здесь положен, да, железная дорога работает. Работает. Ну, я даже не знаю. Постою на месте. А куда он бегал? И по Региус, наверное. Блин. Ход идет, нет. А, у меня не долетает туда, что ли? Убьют, наверное, самолетик. Нет. Выжил. Так, давайте файтер переброшу сюда, собственно. А вот и генерал. Че, кто-нибудь будет помогать? Нет? Да. Или смотрите демографию. Просто 500 производства почти.
Павилон, ты будешь что делать, нет? Да. Просто меня обстреливают бомбера в 15, наверное. У него один файтер есть еще в ГДС. Ну я так, на скидку же. Ну еще вон в этом один. А ты на оборонку поставил три плана? Да. Фил, ты там рядом, ты можешь хоть какой-нибудь, не знаю, артой заковыряешь ему, сука, тай с лампангом? Я не знаю, что такое арты. Звучит не очень здорово. Вавилон, я тебе объявлю войну, если ты не уберешь арбалеты сейчас свои. Есть подозрение, что это неизбежно. Этот еще. Сейчас немножко выстрел отвлекаю. Боже. Может, Флоренцию забрать? Ну как дебильно! Ну почему я так сделал? Ну блин, я не хочу сидеть сейчас, это вот колупать все.
Дебильно. Была бы рейндж, я бы сразу забрал этот Пусан. Все, не долетали самолеты. Антверпен пришлось брать. Теперь вот сиди вот этой херней майсе. Тупой. Есть уран. Убил корейского шпиона. Так, когда там ядерки можно кидать? Когда в мобильной тактике, да? Тактика мобильной войны, или если английская, то сейчас... Mobile Tactics. А строить можно сразу, да? Да. Аэропорт, чтобы больше самолетов можно было сделать. Но там именно ядерки, ты обратил внимание, да? Ясно. Не атомки. Тогда пошли в нанотехнологии. Вообще, надо бы и парашютистов поднастроить. Штирлиц, рассекречен. Ну, по идее, три плана, наверное, видят. Я уже не помню, какая у них дальность просмотра. Так, может апать в батлшипы. Блять, а где там у нас чудо, которое... Вот. Нет, давайте так пойдем. Я не знаю, что мне тут делать.
Ну, просто этими линкорами приплыть вот с этой стороны Сеул обстреливать. Тоже как вариант. Сейчас у меня инженер есть. Что-то, по-моему, вообще не сработало ничего. И как эта херня работает вообще? Убит. Как мне это говно убрать отсюда? Точно разучился тут самолетами воевать. Он идет человеку нихер делать, он мне самолеты прокачивает. Ну Корея на меня сейчас выстрелов 7 потратил в этот ход. У тебя там как дела с производством? Ну, потихоньку делается, но он отошел, что-то так постреливает просто и все. Ну сейчас мне в каску, говорю, самолетов 5-6 садил. А скоро у меня какой-нибудь ученый? Не скоро. Так, ну мне, значит, надо закрывать рационализм, судя по всему. Закрываем рационализм, берем, не знаю, какой-нибудь нуклеар или ракетостроение, коллазеры идем, начинаем покупать за веру ученых. Только так и никак иначе. Какой-нибудь Вавилон захватывать лучше. Захватить Панаму. И на Вавилон пойти. Производство самолетов неплохо. У Кореи, да, у Кореи все настолько плохо, что он Эйфелеву башню решил построить. Да, это сильно, это такое.
как он помогает людям. Так, кстати, обычно в одиночке боты любят делать. Так, ты их захватываешь, они чудеса строят. Я не знаю, как по войскам, но я по армии второй. Ну и чё? Нет, я к тому, что про строительство войск и так далее. Слушай, пойдём на Вавилон, действительно, чё я выделываюсь? Так, где у меня там сидит? В Джинджу. Давайте из Джинджу в Вавилон. Упс, тут тоже есть. Нет слов. Ладно, давайте Флоренцию тогда. Качка самолета началась. Ну, у меня по три перехвата, три планов. Там он сейчас стукает Флоренцию на данный момент. По-моему, немного утратил интерес к Бусану. Переключил внимание, так сказать. Так, давайте действительно этот построим авианосец. Ну, на море мне только Эфиопа, если опасаться, я так понимаю. Еще один авианосец. Так, я бы хотел апнуть мои самолетики, поэтому давайте парашютистов сделаем. Так, у меня тут на город есть вообще бомберы? Авианосец.
все раненое, нафига я? Ну, ошибка, конечно. Мне надо Флоренцию пилить. Че я этот юнит трогаю вообще? Понимаешь, у меня прокачан на юниты, но мне город надо взять. Корея. Да. А ты будешь дальше Эйфелеву башню строить? Или может мы какой-то, ну, ответный удар нанесем через какое-то время? Ну просто типа, я крит-массу самолетов наберу, сейчас хотя бы Антверпен освободи. Ты в радар вышел, нет? А следующий ход. Так, ну мне надо зенитки, ну, видимо, же, построить. Это у тебя же нижняя ветка до... Сейчас скажу. Мать, как они... Там кепки у тебя же открыты должны быть. Кто? Там кепки. Ну, этот, лендшип. Нет. А это у него тоже. Корей, я тебе мир предлагаю. Нет, ну не... Не покатится. Ну, он сейчас убивает Флоренцию, которая около моей стони, то есть он оттуда будет меня долбиться. И он еще авианосцы строит в столице. То есть, как бы, теперь настала твоя очередь помочь. Ну, сейчас радар буквально осталось чуть-чуть. Ну да, я согласен. Ну, там, по-моему, с алюминием еще достаточно плачевная ситуация, то есть теоретически на стелсах-то он не слишком сильный. Ну, у меня тоже. Ну, я вот у него вижу одну лычку в утике на 3 алюминия. Это, собственно, все. Ну, я ГГшки. Хотя в ГГшках его союзно тоже, по-моему, нет. На этом пока все. Продолжение партии за Карфаген Sid Meier's Civilization 5 для подписчиков запланировано на завтра, ну а спонсоры могут уже прямо сейчас посмотреть во вкладке сообщества. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!